Блокчейн поможет контролировать качество строительства жилья в Казахстане. Систему мониторинга намерены ввести в этом году. Все заинтересованные госорганы, а также потенциальные жильцы на специальном портале смогут в онлайн-режиме наблюдать за ходом строительства. Пилотная программа уже работает в Астане, пока с помощью новой технологии ведется контроль трех строительных объектов столицы. Кто хочет строить, он должен официально загрузить на этот портал свою проектно-сметную документацию. Технадзор, все, кто задействован, прорабы, свет, получают электронные ключи. И все заинтересованные стороны, в том числе ГАЗ, он камерально теперь видит, какая строительная техника работает там, какие они решения принимают по какой технологии, какие строительные материалы, отечественные или неотечественные производства.